Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Мелбет Первая Лига приветствует вас! 13-й тур завершается в Саратове на стадионе «Локомотив». Вишенкой на торте этого 13-го тура становится волжское дерби «Сокол» против «Ротора». Но сегодня важно победить. Пока зазвучит стартовый свисток, главный арбитр сегодняшнего матча Евгений Галимов из Екатеринбурга. Ему ассистируют Дмитрий Лысенко из Благовещенска и Ярослав Калиниченко из Перми. Этим угловым воспользуются. Подача в центр штрафной площади. Удар примерно с точки 11-метровой. Рикошет и еще один угловой мы увидим. Было падение на Алексея Шумских. Тот верхом доставляет мяч в штрафную. Продолжается атака под удар. Не самая удачная передача. Михаил Агеев дал мимо мяча. Впоследствии удар возник, но удар не получился, откровенно говоря, у Никиты Плотникова. Лишний раз показал, что не нужно против него так вот действовать. Штрафной удар. Ротор зарабатывает. Это по-настоящему опасная ситуация. Там еще три игрока волгоградского клуба. Ну, давайте смотреть. Разбег, удар. И очень опасно, и очень красиво. Ротор выходит вперед. 1-0. Первоклассный удар со штрафного. Над стенкой пролетел этот мяч. Идеальный совершенно удар. Выводит гостей вперед в этом матче. Туда молодцов рванул. Но пробить не получилось. Может быть, сейчас получится. Удар поворотом. На прикладе летит мяч. Руслан Чобанов. И за пределы штрафной попробовал, проверил. Поворотом не попал, но, вы знаете, хоть что-то. Из-за Академии Краснодара. Он принадлежит столичной родине. Удар поворотом с рикошета от Заурбека Плиева. Но готов к такому повороту событий Никита Чигров. Никаких сложностей для голкипера волгоградской команды в этом, конечно же, нет. Морозов. На правом краю. Подача штрафную площадь. Удар поворотом. Как же здесь-то не попасть? Как раз это Морозов и был, а подавал Тимур Касимов. Неплохо. Максименко. Удары за пределы штрафной. Опять мяч попадает соперника. Еще один момент. Гус! Рядом со штангой в падении бьет Александр. И что, угловой? Мяч кого-то попал, да? Да, стандартное положение. Такой момент футболисты саратовского клуба организовали. Ну или вот так. Или вот так. Но, видимо, уже все. На этом все. Финальный свисток. Ротор сегодня оказывается сильнее. Победа волгоградского клуба. Большое спасибо вам, друзья. Большое спасибо коллегам за, как всегда, профессиональную работу. Для вас эту встречу комментировал Дмитрий Жичкин. Играйте в футбол и не только на приставке. Смотрите Мелбет Первую Лигу. Она дает нам интересную интригу.